Гюльша, где же ты? Иди сюда, помоги. Госпожа, принцесса исчезла. Как так исчезла? В покоях ее нет, вещи тоже пропали. И никто не видел, чтобы она выходила. Как это возможно? Что значит пропала? Этого не может быть. Госпожа, вчера ночью я видела Гюльагу и Нигер перед бельевой комнатой. Они выглядели подозрительно. Обсуждали, что им делать и как спастись от этой беды. Это они с принцессой что-то сделали. Возможно, заперли в бельевой. Любопытно. Иди за мной. Весь дворец на ногах, а вы спать изволите? Что случилось, Дайехатун? Что произошло? Мы же всегда встаем в это время. Точно, клянусь. Что-то случилось? Принцесса пропала. Не шутите так с нами, Дайехатун. Как это пропало? Не может быть. Дайехатун? Ну и что они тебе рассказывают? Какие выдумки сочиняют? Уверенно говорят, что ничего не знают. Гюльшах видела их. Посреди ночи они оказались перед бельевой. И обсуждали, что им делать и как спастись от этой беды. Что же вы там делали? Принцессу они там заперли, и так ясно. Будете отвечать или нет? Клянусь, ничего подобного, Дайехатун. Ночью я плохо себя чувствовала, сильно вспотела. Решила пойти простыни поменять. И Гюльага тоже встал воды попить, увидел меня, решил помочь. Потом мы немножко поболтали. Зачем ты выдумываешь, Гюльшах? Я выдумываю? Да я своими глазами видела, Дайехатун! Правда, ничего мы не делали. Сейчас узнаем. Дайехатун, прикажи открыть бельевую комнату. Вы тоже пойдете. Схожу за ключом. Нет, стой! Ломай дверь. Да я хотел. Делай то, что тебе говорят. Дети уже проснулись. А? Эсма займется ими. А ты иди, узнай, что там. Они уже должны были все заметить. А если узнают, что нам делать? Госпожа, позвольте мне... Говори. Нигер Калфа опять обманула. Паша ей приказала, она его боится. А если она заговорит? Если все расскажет? Ты следи за собой. А Нигер Калфа за все еще ответит. Стой.
Где вы ее спрятали? Принцесса, где она? Мы ни при чем, госпожа. Видите, ее нет? Клянусь, мы ни в чем не виноваты, госпожа. Кого вы обмануть пытаетесь? Хюррем приказала вам, и вы ее убрали, не так ли? Ну? И где эта принцесса? Что там, Нилюфер, что-нибудь узнала? Мехи Девран. И что должна была сообщить Нилюфер? Новости о принцессе, верно? Не понимаю, о чем ты здесь говоришь. Что-то случилось? А ты не знаешь. Принцесса пропала. И ее не могут нигде найти. Угу. Как это? Куда пропала? Это только ты можешь сказать. И твои верные слуги. Что ты говоришь? Да я уверена, вы что-то с ней сделали. Может, даже убили бедняжку. Ничего подобного. Ты все это придумала. Я всегда знала, что когда-нибудь ты совершишь большую ошибку. Ну вот. Ты подписала себе приговор. Что за чепуха? Какие еще ошибки? Уходи. Принцессу Изабеллу нужно было беречь и охранять. И я вам об этом неоднократно говорил. Получается, мои приказы для вас пустой звук? Судя по тому, что случилось, это так. Зачем вы так, Паша? Любое ваше слово или малейшее пожелание для нас закон. Однако, Паша, клянусь, мы все этим просто потрясены. Что бы там ни случилось, но она только что была здесь и вдруг исчезла. Не может быть, чтобы никто ничего не видел и не слышал. Мы допросили всех до единого. Никто ничего не знает. Однако, Паша... Очевидно, что кто-то должен был ей помочь. Этот кто-то... допустил очень большую ошибку. Когда я узнаю, кто в этом замешан, я лично своими руками его накажу. Если вы что-то узнаете, немедленно сообщите. А сейчас убирайтесь. Нигер Калфа, иди за мной. Олах. Пошли. Смотри! Красавица ты моя. Сделай мне прическу, как в тот день. Помнишь, здесь косичка. Эсма, ты иди, я сделаю. Иди ко мне. Доченька моя, золотоволосая госпожа,
Они думают, что могут тягаться с твоей мамой. Однако им не хватит сил. Смотри. Чего достигла твоя мама, которую силы обратили в рабыню? Мы с Сулейманом все равно будем вместе, кто бы ни вставал между нами. Изабелла уже ушла. Теперь Ибрагима очередь, и он идет. А потом Валиде Султан. Махидевран, Мустафа. Всем им придется уйти. И тогда начнется наше время. Твое, мое, твоих братьев. Вместе мы будем очень счастливы. А без кого во дворце нет хозяев? Без нас. Валиде. Это слишком. Ни спокойствия, ни терпения у меня не осталось. Довольно. Сколько еще мы должны это терпеть? Успокойтесь, Валиде. Что такое? Не могу я быть спокойной. Хюрем здесь таких дел натворила, а ты говоришь мне, чтобы я успокоилась? Кто может осмелиться фаворитку повелителя уничтожить? Кем она себя возомнила? Если вы что-то знаете, скажите мне. Дочери она рассказывала. Я своими ушами это слышала. Следующей целью Ибрагим будет. Потом я, Махидевран, Мустафа. Она собирается избавиться от нас по очереди. Так она сказала. Посадила перед собой ребенка и рассказывала такие вещи. До сегодняшнего дня она исполняла все, что обещала. Как я ни старалась, мне не удавалось ей помешать. По мере достижения цели она будет становиться все сильнее. Она нарушила порядок и правила во всем гареме. Почему же вы не помешали, Валиде? Я всегда доверял вашим решениям. Эту женщину создал ты, Сулейман. Ты дал ей власть. Ты прощаешь ее, как никого другого. Валиде. Это правда. Гюльфем ты очень быстро вычеркнул из своей жизни. В чем она провинилась? По воле Аллаха, она потеряла ребенка. Потом Махидевран. А к ней ты не был столь же снисходителен. Чем она провинилась? Как и Хюрем, она любила тебя. Всегда была тебе верна, никогда в жизни не предала бы тебя. Что бы она ни делала, все это было во имя любви. Хюрем чем-то отличается от других женщин, Сулейман. Почему ты столь мягок по отношению к ней? Не тревожьтесь так сильно, Валиде. С Хюрем я поговорю, обещаю. Я сделаю все, что необходимо. Больше ты не должен прощать ее, Сулейман. На этот раз ты должен наказать ее очень строго. Повелитель вас зовет, госпожа. Повелитель зовет меня? Он разгневан? Мне кажется, да, разгневан. Я даже не знаю. Может, ему рассказали. Махидевран Султан ведь могла сказать, госпожа. Успокойся. Если ты весь день в таком состоянии, все уже давно поняли, что ты сделал. Нилюфер, принеси самое любимое платье повелителя. Я с этим справлюсь.
Сулейман. Мне сказали, ты меня звал. Хюрем, ты знаешь, кого из детей я люблю сильнее всех? Я скажу. Больше всего я люблю Мустафу. Однако, когда он подрос, появился Мехмед, которого я тоже очень люблю, ведь он такой славный. Я очень люблю Мехримах, когда она ищет глазками отца, требуя подтверждения любви. А также Селима, Баизета. Я люблю всех моих детей, никого из них не выделяю. Однако мои дети должны понимать, кто я такой. Я властелин мира, великий султан, защитник подданных. Они должны помнить, султан Сулейман Хан их справедливый отец. Должны понимать, что, требуя от меня любви и привязанности, также должны быть справедливыми. Они должны уметь делиться. А ты, Хюрем, знаешь ли ты, кто я такой? Ты понимаешь, перед кем ты сейчас стоишь? Как здорово мы разговаривали с принцессой на итальянском. Неужели она больше не приедет? Она вернулась домой? К сожалению, она не приедет. Ты повелитель моего сердца. Вся жизнь моя в тебе. Любовь моя. Что это за любовь, Хюрем? Ради которой надо людей уничтожать? Где ее границы? Когда ты остановишься? Когда это все прекратится? Знай, мне не в чем оправдываться, Сулейман. Я ни в чем не виновата. Я принцессе ничего не сделала. Неужели ты поверил сплетням? Нам завидует Сулейман, строит козни. Хотят, чтобы наша любовь закончилась. А если я тоже хочу, чтобы она закончилась? Не закончится. Я этого не переживу. Без любви у меня жизни нет. Если ты убьешь меня прямо сейчас, тогда любовь закончится. Если вы позволите, я поеду. Ибрагим Паша ждет. Хорошо, дочка, конечно, поезжай. Валиде. Она делает все, чтобы показать мне, что они с Сулейманом безумно счастливы. Никто другой о таком даже мечтать не посмеет.
А это открыто досаждает, словно говорит, да кто вы такие? Я говорила вам, Валиде. Хюрем колдунья. Неужели нельзя избавиться от нее, Валиде? Хатидже, возвращайся к себе. А ты, Махидевран, в свои покои. Гюльфем, выйдите все, оставьте меня одну. Ибрагим Паша? Госпожа. Принцесса исчезла бесследно. Мне очень интересно, а что теперь у вас есть против меня?